おはようございます。アタク、私はアトムニ先生です。いらっしゃいませ。日本語を話します。あ、вот, собственно, мы продолжаем. Мокрые. Ну, на ферме. Среди кабачков и морковок. Что-то делать. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко. Я уже знаю это слово. Нет, с ним ничего не работает. Опа. Опа, Гангам Стайл. Так, это... З у нас. З, да, это З и сука. Ну что, мы, конечно, бьем вначале по суке. Она главный противник. Вот эта сука. Как она мешает жить всем. Ну, сейчас мы дадим ей пош... Не буду, почему мы говорим. Дадим ей, ну... З, да? Где у нас З? З Костя. Как говорил одноклассник. Зе Костя. Зек и сука. Какая же жесткая пара. Слоупок, как всегда, будет бить последним. Лимон молодец. Он удовлетворяет Зека. Нет, ты гля, Слоупок быстрее Зека ударил. Невероятно. С этого и начинается. Невероятные приключения Слоупока. Он смог. И 132 N мы заработали. Ну что, пошли. А, это закрыто. А, it's locked. Ну, let me try. Не, да, я попробую. Сейчас он выломает. Нет. It's no good. We drop it outside forever. О, нет, мы здесь промокли навсегда. She's just rain. А, да, это всего лишь дождь, чего вы переживаете. Guys, start looking around for a key. Surely whoever lived here kept a spare key stashed somewhere. Ребята, давайте искать дилда. Кто-либо здесь не жил, он должен был где-то припрятать на всякий случай дилда. Отличное соображение, Клэр, но я думаю, нам лучше ключ поискать. А я вообще-то за дилда. Блеск. Да-да-да-да-да, закрыто, это я знаю, я все это... Вы... Отлично, что вы повторяете, всегда можете повторить, а можно было бы короче. Здесь ничего нельзя взять, да? Ну, у кокушки нету ничего. Коко. Я думаю, что нам нужно будет идти к самое начало, к вот той вот бочке. Твою налево, мы снова сражаемся с этими. Собака, и у нас... Чи. Чи первая пьет, да? Пьет. Ну, может, она и первая пьет, да. Мисаки, наверное, ты сама себе массажик сделаешь. Где у нас Чи? Чики, Кего, Щи есть. Чи еще не изучили, что ли? Ну, значит, это Щи. Немножко не угадал. Так, поддержка, давай-ка. Мисаки сама себя любит. Майсаки. А Слоупок будет бить, конечно же, снова Щи. Не, надо ли ему Щи? Может, он Сэ? Давай он вольнет. Семена, да. А вот Лимон пусть мочит Щи. Пошли. Отлично. Не смотрите, как Майсаки себя любит, но она любит себя очень сильно. И энергично. Энергично. Продолжаем. Са, Сэ. Да, правильно, все, Сэ. Ну, Клэр, давай добиваем этого Семена. Что он здесь забыл? Сделаем сипуку Семену. Да, то же самое. Ну и все тоже. А, конечно, магия это не мужское дело, а жалко, у них дофига маны. Ну, по крайней мере, хотя бы пару раз что-то скастовать они бы могли. Но нет, это только женское дело. Такая вот фигня. Я, конечно, против этого, я протестую, я считаю, что нам нужно выходить на демонстрации, потому что мужчины тоже заслуживают магии. Но... В Японии решили так. Так, это Са у нас. Собака и Ши. Хорошо. Первый мы... Давайте, мы не видели раньше собак, поэтому будем бить собаку.
И Маисаки тоже бьет собаку. А Слоупок, причем что он раньше выбирает, кого атаковать. Но мы-то знаем, что он Слоупок, и он будет позже всех бить. Лимон тоже атакует Шип. Все, удовлетворяете их. Все должно получиться, я убежден. Да, девочки, как всегда, справились. Девушки работают отлично, они молодцы. Похвалим их и погладим по головке. У них есть голова, головки у них нет. Поэтому погладим по голове их. Или нечем гладить их. 132 ворота. Мы заработали. Тайоко Ламане на каждом углу. Куча неудовлетворенных хировоинов. Так, вот это последнее, это, по-моему, Зу. Зу, да. Или не Зу. Зо! Зо-зо, блин, как его перекрючило. Сука и Забака. Ну, первый, конечно, будем убивать суку, потому что у нас уже есть две сучки, больше не надо. Давайте, девушки будут удовлетворять сучку. Так, ну а парни что? Парни будут по Забаке бить? По Забаке. Ничего, ребята, ну такая вот-вот судьба. Хотя, наверное, стоило менять и сучку бить, именно удовлетворять мужиками. Но и так сработало, да. В следующий раз я поменяю, конечно, местами, чтобы все было правильно, как-то биологически. Пёрнули! На Лимона бзданули! Причем Зоа бзданула. Зона, это была зона. Лимон, держись. Клэр, давай бей по зоне. Где у нас зона? Вот она, есть. Маисаки, ну ей ничего не остается, как, конечно, антидот вколоть Лимону, потому что от этого пердежа он провонялся, и он может не выдержать и получить много удовольствия. Зону мочим, да? Слоупоком, и тут тоже зону мочим. Все. Зо, правильно. Антидот. Отлично, Лимон пришел в себя и дает зоне пропердеться. Победа. Сложная победа. Но удовлетворили. Есть. На самом-то деле сейчас нужно зайти в отряд и... Где у нас вещи? Использовать Рамунку. У нас их аж 11 штук на Лимона. Потрясающе. Ну, на самом-то деле, можно и Эрика подлечить. Все, выпили две Рамуны. Здорово. Подождите, а давайте еще посмотрим, что у нас. У нас есть антидот, да? Awaken, пробуждение, что оно дает? Sleep, use it before it's too late. Ага, пробуждение, зелье, у нас все, и восстановление есть. Наверное, это кого-то усыпляет, так это работает, не знаю. Нужно разобраться, как работают духи в этой игре. Вообще-то они должны соблазнять и быстрее удовлетворять хировоинов. Как-то так. Так, у нас появилось... зубы появились... Джизус Иисус таки появился и Зек. Клэр, давай-ка будешь удовлетворять Зека. Вот теперь уже все правильно. Значит, Маисаки тоже будет Зеком. Ему он давно не видел. Хотя на самом деле на Зека лучше пускать мужиков. Чё-то я неправильно делаю. Я все наоборот делаю. Ну, как-то... Ладно, ребята, вам тогда Иисус. Удовлетворяйте Джизуса. Давайте, Джизус. Иисус будет удовлетворен мужиками. Вот, вы многое не знали об Иисусе. Очень многое. Ну, а реальность вот она такова. Кое-что в Библии не рассказано про приключения Иисуса.
набздели на Клэр. А вот уже антидота, к сожалению, нет. Но и она не провонялась. Клэр молодец. Профессиональная наркоманка, она знает, как запахи скрывать. Так, это Зука. Давайте. Зуку мочить. Ну а что тут? Тут остается только ее валить, поэтому все огонь по ней. Даже слоупок. Успеет ли он ударить? Я думаю, нет. Слоупок, он на той слоупок. Чтоб стоять и смотреть. И принимать удары. Кстати, у него и здоровье, как у слоупока, больше всех. Молодец. 198 е, ну это нормально. Отлично, мы нашли ключ. Ну я думал, что куда засунуть ключ? В самое далекое место, чтобы как можно больше херовоинов удовлетворить на этой ферме. Мы очень много заработали денег, и девочки счастливы, наверное. Они теперь себе купят мороженка. Так, собака. Соска есть. И сука. Значит, давай-ка будем правильно. Собаку. Девушки пойдут на собаку. Они любят животных. Ничего пошлого, ребята, но реально девушки часто любят животных. Хотя, может, и в пошлом смысле тоже я не знаю. Так, и, а ребята вот возьмут суку на себя. Удовлетворят. Здорово. Так непривычно играть на клавиатуре, но реально в ней удобно играть на клавиатуре в эту игрушку. Все, Майсаки. Есть! Собака, собака ушла довольна. Как теперь, сука? И соска. С соской девушки снова займутся. Все. Все займутся соской. Вот так вот. Где у нас? Соска, соска. Даже слоупок успеет сказать. Соска, уходи отсюда. Или... Получи удовольствие, соска. Правильно. А вот если я неправильно запомню, да, иероглиф, то, соответственно, все полностью промажут. И ход потрачен, как бы. Да, все опыт получили. 198 ворот. Быстрее к ферме. Я думаю, здесь именно враги случайным образом попадаются. Я думал дойти с одного раза, но нет. Снова сука и зэк. В этот раз все будет правильно. Блин, а туда и туда должны парни. Они должны и зэка удовлетворять, и сучку. Ну что мы сделаем, девушки? Давайте на сучку, так и быть. Три сучки вместе, это всегда хорошо. Ну а парни зэку, да. Зэки предпочитают... парней. Вот так вот. Все, все мы правильно сделали. Должны даже премию выплатить нам за то, что мы правильно доставляем удовольствие всем херовоинам. Так вот. Многие посчитают это неправильным. Но зэкам лучше знать, кто им нравится. Вот. И они выбрали парней. Выбрали парней. Ура, опыт, 132 ворота. Все здорово. Та ёбки, снова херовоины. Знаете, это уже надоело, снова сучка и зэк. Ну ладно, а раз вы не удовлетворены, вам еще давайте поменяемся местами. Давайте теперь девушки зэка обслужат, да? Возможно, это какой-то нормальный зэк. Да, с нормальной ориентацией. Ну, зэк не нормальный, потому что у него ориентация нормальная, но ориентация нет. Ну а ребята на сучку тогда... Ладно, попробуем так. Я думаю, теперь-то все должно быть хорошо. Потому что это те же. Вот вы посмотрите. Это те же самые, кто были в первый раз. Видно, по ним, по их лицам видно. Что они не совсем удовлетворенные ушли. Но заплатили, да, в первый раз заплатили. Снова бьют слоупока. Потому что можно бить слоупока. Победа. Ну, наконец-то, таки мы мокрые, спрячемся в амбаре и разденемся все. Хотя и так все раздеты. Есть! О, это... место засрано. И чё биться бинга in the rain, though?
Ну, а все равно лучше быть засранным, чем мокрым. Не знаю, мальчики, вообще-то мне лучше быть мокрым. It looks like whoever lived here made a speedy getaway when the Hiragan warriors invaded. The place is completely deserted. Пожалуй, все, кто увидели озабоченных хировоинов, отсюда свалили подальше. Наверное, им не нравилось то, что делают с ними хировоины. I think you're right. We should take a look around anyway. Я думаю, ты права. Нам все равно стоит осмотреться. Мы-то хировоинов не боимся, мы на них деньги зарабатываем. Поэтому давайте пойдем вот в эту засранную комнату. Тут книги не засраны. Почему книги никакие, ничего? Та твою ж мать! Ага. Значит, это Забака появилась и Зука. Замочи ее! Запорожец, точно, это же у нас это Запорожец. Мочите Запорожца. Ну, а ребята разберутся с... Зукой. Я думаю, после этого надо будет Рамуну хлебануть. Кстати, настолько неудобный напиток, вот этот шарик внутри Рамуны, он почти всегда перекрывает поток жидкости. Соответственно, большим потоком Рамуну из бутылки никак не выпьешь. Она по чуть-чуть, буквально по капельке. Бзданули на мои саки, а у нас-то антидота нету. Это очень плохо. Победа. Но сейчас нужно будет срочно лечиться. 132 ворота. Применяем вещь. На кого мы... Да. Значит, антидот сразу же на Майсаки. А чё, нельзя? Никто не отравлен. Ну и хорошо. Значит, давайте Рамуну используем на Слоупока. Здорово. Нормально. Но мне не нравится вот этот, что ходишь везде, здесь все за... Да ёб твою мать, за каждым углом хировоины. А я понимаю, почему жители отсюда сбежали. Удовлетворять их столько, это каждый день, это вы представляете, что с ними делать? Ну, собака, понятно. Давайте на собаку девушек отправим. Они хорошо пьются. А на сучку мы отправим Слоупока. И Лимона. Сучку, да? Интересно, хорошо ли я запомнил теперь все эти иероглифы? Время покажет. Здесь, кстати, бои с этими херомонстрами значительно дольше, чем во второй части. И это хорошо, потому что лучше запоминается. Так, осталась соска. Одна лишь соска осталась. Знаете, почему я не хочу покидать эту ферму? Да потому что тут придется столько возвращаться. Я бы, конечно, пошел бы отдохнуть. А в село. Но это нужно выходить из фермы. Это нужно дофига всего идти, да? Поэтому, наверное, вот так вот. 190. Плохо, что повышение уровня не дает при этом нам... Восстановление всего здоровья. Ну, еще одни хировоины, конечно же, как иначе. Ши и собака. Девушки, давайте-ка бьем собаку. Вы прикалываетесь по собакам у нас, девушки. А вот ребятки ши валят. Шиву. Шиву. Кстати, в катакане, в хирогане пока более разнообразные иероглифы. Их легче отличать друг от друга, чем в катакане. Там в катакане есть такие смайлики. Они слегка отличаются друг от друга, но на самом деле крайне неудобно. И я всегда пока путаюсь, где какой символ в катакане. Здорово, 132 иены. Если честно, меня подзадолбало. О, чистая умывалка. Если кто-кто в этом... А тут и кровать есть. Ой, маленькая дверца какая-то. Ёб твою мать. Сепука, Семён, да, и Ши. Ну, девушки пойдут Семёна.
удовлетворять, да? А ребята сипуку делать. Ёлки-палки, у моей Саки осталось совсем чуть-чуть здоровья. Семён, где Семён-то? Семён, к тебе девушки уже идут, ты будешь доволен. Они профессионалки, опытные, знают, что тебе нужно. Ну а ребята Ши удовлетворяют, как раз Ши. Нет, Эрик не того ударил, блин. А не, все правильно. Слоупок все правильно бьет. Я на автомате сделал. Смотрим, да. Ши и... Успела. Нет, Маисаки. Маисаки удовлетворена. Она... А как хорошо. Как хорошо женщина довела Маисаки до пика блаженства. Вот так вот. Можно ли этой в постельке поспать? Нет. Значит, придется использовать кефирчик. Я хотел экономить кефирчик, но придется на Маисаки использовать, да? Вот так вот. Ну и лимона полечить Рамуной. Потому что у него совсем плохо со здоровьем. Все. Запасы потихоньку расходуются всех средств, которые есть. Еще одна закрытая дверь. О, давай попробуем тот же самый ключ. Нет, он не подходит. О, черт. У меня плохие чувства насчет этого. Нам нужно будет возвращаться и попробовать переднюю дверь. Твою мать, мы что, здесь закрыты? Походу, да. О, блин. Попали. Она снова закрыта. Что нам делать? Жить здесь придется. Блин, как в изгнании, собственно. Да, я все еще в изгнании, ребят. Мы в ловушке. Успокойся, Лимона. There will be another key around here. Start searching. Check all the crates and barrels first. Здесь где-то должна быть еще вибратор, поэтому мы можем здесь остаться и, собственно, наслаждаться жизнью. Пока не закончится еда. Поэтому не волнуйся, Лимон. Все будет хорошо. Здесь нифига нету. Да твою мать! У меня почти нет запасов, и постоянно, вы знаете, ребята не выдержат, они испытают много удовольствия, поэтому вот так вот, к сожалению. Так, ну кого? Давайте, девочки, на Ши. Ши, ребята будут подавлять Семёна. Семён, в этот раз парни к тебе идут. Вот, извиняй, но так получается. Ты слишком часто к нам приходишь. Очень часто. Мы, блин, вторую серию на этой долбанной ферме. Меня, честно, это уже поднапрягло. Маисаки, Эрик. Ну, противники здесь пожестче. Значит, давай, сражаемся. Клэр, бей ЗАЗ, запора. Вот он и Маисаки, то есть, тоже пьет забора. Эрик, давай используй вещь. Рамунку на Маисаки. Лимон тоже используй вещь. Нет, давай не будем использовать никакую рамунку. Пока ничего не будем использовать. Давай просто охраняй, и все. Там справятся. Хотя, с другой стороны, не надо было приказывать пить, потому что и так мы победили. Да, уровни растут. Все больше опыта набирается. Но на самом-то деле это уже подзадалбывает. Рамуна... 125 у нее. Да, самое большее здоровье у Слоупока. Нашего Слоупок-лесоруб. Да и где? Я понял где. Вот у нас ящик один и одна бочечка. Это надо идти в самое начало. Сука и Зэк. Обратно они. Они вошли в дом, да. То есть двери закрыты, но они как-то пробрались. Как вы пробрались? Ответьте.
Не надо нам в этот раз платить деньги. Просто ответьте, как вы пробрались сюда, и мы вас отпустим. Мы вас удовлетворим так, а бесплатно обслужим, но нам нужен выход. Эрик, Слупок, давай по зэку, где он там? Вот у нас зэк. Давай. И Лимон тоже по зэку. Мочи его. Посмотрим, что из этого получится. Ну, одного успеваем. Слоупок не успевает ходить, поэтому сейчас его вольну. Да. Ему нужно будет снова бухать. Он самый часто бухающий член нашей команды. Причем буквально он член нашей команды, и он реально больше всех бухает. Вещи. Рамуна. Половину потратили. В этом бою половину потратили. Очень много расходуется. К сожалению. Давай. Нет, здесь ничего нету. Здесь... А. Что это? Кусочек бумаги? Что на нем сказано? I'm unclean, please wash me. Я грязный, помойте меня. Грязный. О, грязный листок бумаги. Что? Теперь бумага просит удовлетворения? Грязная? Помыть меня? Возможно, это подсказка, где... Где ты будешь что-то мыть грязное? В речке? Или в раковине? Да, наверное, это раковина. Нам нужно пойти и сделать всякие неприличные вещи около раковины. Это все увидят и отдадут нам ключ. Или дадут вибратор, да. Хотя да, грязное. Значит, вибратор находится в раковине. Йоколом... О! Ка и ки... Ги. Гиви появился, да. Кака и Гиви. Клэр. Мочи, наверное... Ка. Каку. Вы по каке будете прикалываться, девчонки. А вот Эрик... И, собственно, Лимон тоже будут... Они сейчас удивлены. Ты чё припёрлась? Здоровье уходит очень быстро. С вот этими походами туда-сюда, в обратную, блин. Ги, так как? А чё, она ударила не ту? А, то есть здесь даже по одному удар. Ничего себе. Надо будет учитывать это. Давай по Ги. Ги. Это то же самое. Ги. Ребята. Давно, кстати, не было этих иероглифов. Сусуки, Дозеки. Почти еще один уровень набрали, да, 108 йен. Если бы восстанавливалась мана, там, здоровье. Сейчас еще какие-то дебилы, блин, появятся. Мы же не дойдем до раковины просто так. Нас раком поставят раньше. Да, как и думалось. Ши... Семён и... Это у нас что? Это у нас... Запор. Запор. Давайте по Ши бьем. Значит, две девушки ударят по Ши, а вот парни попробуют разный ответ. Они попробуют по Семёну. Один. Давай, Семён. А другой по за запору. Хе, у кого-то запор, да, а у кого-то нет. Нет, не исчезают. Это ошибка была. Значит, понятно, старые символы умирают с первого удара. А вот новые, им требуется два удара. Вот так вот. Прошла атака. Но все еще не удовлетворено. Клэр, давай. Семену помоги. Хорошо. А Майсаки поможет запору. Семен тоже. А здесь запор. Хорошо, все нормально. По-моему, получилось идеально. Мы в конце концов дойдем до раковины. Это невероятный поход. 190 йен. Да, до раковины дошли.
Hey, there's another piece of a paper stuck in the drain. Let's see. А, вот еще одна бумажечка грязная, которую нужно удалить. My spine is bent, but I'm not hurt. I know many words, but I cannot speak. Ages haven't passed, but my wisdom is as new. Find me, and I'll pass on the thing or two. A riddle. А, вот и загадка какая-то. Постань раком, и в тебя войдет любовь. Что бы это значило? Spine bent, many words. Что это может быть? Много слов, раком, непонятно. Я понял, это стул. Нет, нет, нет. Черт. Это, наверное, должна быть книга. У меня точно такие же мысли, Клэр. Пойдем почитаем книгу. Там должна быть книга Камасутры. Ё-моё, возвращаться назад? Серьезно? Меня это задолбало, ребят. Серьезно, меня это подзадолбало. Ну, что можно сказать? Джамате, Таку. Джамате, до следующего эпизода.